Дара апсшеш царш тахуп, Усанап хахараха проект шереши скуп. Абзира шимаз. В абхазском языке есть слова, которые используются со многими словами в разных значениях. Так, например, амла сакит. Я проголодался, я проголодалась. Ацба сакит. Я хочу пить. Ахта сакит. Мне холодно. Ашора сакит. Мне жарко. Атша сакит. Я хочу спать. Диалог в общежитии. Азепшин хартаджо. Ашора шамгдзи. А пинджира хартуп. Вам не жарко? Давайте откроем окно. Ашура закуй, сарахта сакует. Как жарко, мне холодно. И колоза ратшажа расшакут. Атшашам гдзой. Шетш уатшзах гыларуп. Перестаньте разговаривать, спите. Завтра нам рано вставать. А теперь запомните вопросы. Ахта вакуама? Тебе холодно? Ахта бакуама? Тебе холодно? Ахта шакуама? Вам холодно? Ашура вакуама? Тебе жарко? Амла вакуама? Ты голоден? Ацба вакуама? Хочешь воды? Атша вакуама? Хочешь спать? На эти вопросы отвечаем так. Ай, ахта сакует. Да, мне холодно. Маму, ахта сакдзом. Нет, мне не холодно. Запомните самые распространенные фразы, вы обогатите свой словарный запас. Абзейрас. Амла сакит. Ацба сакит. Ахта сакит. Ашура сакит. Атша сакит. Ахта вакуама. А я напоминаю, что все наши уроки вы можете посмотреть в Ютубе на канале Апсуатилихуапшира.